Замечательная черная коробочка, и здесь находится мое новое приобретение. Это ружье от торговой марки Safari, ТОВ Латек, немножко необычное, из новой линейки латеков. Ну вот, если мы вот сюда вот посмотрим на этот шильдик, то мы здесь все увидим, всю информацию, которую предоставляет нам производитель об этом ружье. И это Safari модель Т. Ну, в данном случае Т-12, то есть 12 калибр, 510 мм длина ствола, патронник 12/70. Изготовлено в мае 2017 года. Абсолютная новинка на рынке. Ну вот, я пока не видел реальных пользователей, поэтому рискнул, купил. Сумасшедших страшных денег стоит почти $100. Вот. Из подобных новинок Андрей забил. Я просто настоял, чтобы он купил подобное ружье, но он купил в 410 калибре, это, соответственно, 12-й. Ну давайте откроем, посмотрим, чего здесь, а потом подробнее про само ружье. Покупалось ружье... Оружейный дом Сумщины. Самый лучший, между прочим, оружейный магазин в Сумской области. И отдельная благодарность именно этому магазину. Отдельная благодарность Александру Пятницкому и Танечке, продавщице в этой самом магазине, самой лучшей продавщице, которую я видел. Ну, симпатичная, так точно. Вот оно, ружье наше. Здесь к ружью был докуплен ремень от торговой марки Казаки. Самый простой, синтетическая стропа, кожаные шлейки. Самый простой, меньше $5. И ружье, да, и паспорт изделия. Здесь содержится вся необходимая информация об этом ружье для будущих пользователей. Ну, в данном случае калибр 12, патронник 7,6, масса 2,26 килограмма, 2 килограмма 260 грамм. То есть ружье крайне легкое. За счет чего? За счет того, что оно малогабаритное, оно короткое, оно одноствольное ружье, а соответственно и все исходящие отсюда массогабаритные характеристики. Выпускается в варианте 510 ствол, 710 в дереве, в пластике, в калибре в 12-м есть еще 410 как отдельный случай. И бывает с курком, и бывает с бескурковой системой, ну вернее, со скрытым курком. Ну давайте к ружью, да? Простая картонная коробка и вот такой вот простой пакет. Все, здесь больше ничего нет. Ну, предельно просто, ну и, соответственно, предельно дешево. Глядя на такое необычное оружие, я думаю, у многих возникнет вопрос, для кого и зачем. То есть обычная одностволка, гладкая, переломной системы для охоты, ну, не знаю, вряд ли, для самообороны один ствол и довольно-таки проблематичная смена патрона, вернее, требующая специального навыка, тоже вроде нет. Safari, например, позиционирует это ружье как, ну, вот охотнику, начинающему взять попробовать. Весьма спорное утверждение, но наши американские товарищи говорят о том, что это ружье, ну, как это называется, survival gun, то есть ружье для выживания. Ружье экспедиционное, ружье то, которое, ну, вот его как бы нет, оно маленькое, легкое, компактное, но когда необходимо, оно появляется и выручает. По компактности здесь, ну, вот буквально вот так. То есть те 510 мм, которые заявлены длины ствола, и составляют общую длину всего оружия во сложенном состоянии. Отсюда и конструктив. То есть мы не имеем классическую переломку, которая, ну, в переломленном положении становится вот такое, да? А затем разделяется на три части. Соответственно, блок стволов или ствол, цевьё и все остальное, колодка, приклад. В данном случае мы имеем, ну, то, что называется складную конструкцию. Во как! И плюс этой складной конструкции состоит в том, что моментально извлекая оружие, например, из чехла и открывая его, мы его приводим в боевое положение. Это очень удобно и, я думаю, это очень востребовательно. Так вот, именно это ружье покупалось мною в качестве вот survival gun. И
ежели от него не требовать то, чего оно не умеет, то оно вполне, я думаю, будет решабельно способным задачей, на которые оно рассчитано. Я не скажу, что это какое-то серьезное оружие, имеющее какие-то там ценности для определенных видов охот. Может быть, но к этой вещи нужно относиться правильно. И в первую очередь это выручалка, которая находится с вами, и ее не видно незаметно до тех пор, пока она не нужна. По конструктиву это оригинальное оружие. Ну, в первую очередь оригинальность, как мы видим, состоит в том, что вот этот вот винтик, он у нас является осевым, который, собственно, скрепляет блок, вернее, не блок, а ствол с цевьем и с колодкой. Здесь у нас пластиковое цевье, пластиковый же приклад, хотя у сафариков есть вариант с деревом. Ну и вот, собственно говоря, первое, что я хотел сделать именно с этим ружьем, это переодеть его в дерево. Сделать кастомное дерево, или ламинат под это ружье, но взяв его в руки, повертев, я прихожу к выводу, что вполне этого, возможно, делать и не нужно. А почему? Покажу сейчас. Дело в том, что, посмотрев американские форумы, то, что они в первую очередь делают с этим оружием, это углубляют, вот здесь вот есть на цевье вот такая вот проточка, вот она, да, в которую входит при сложенном состоянии спусковая скоба. Вот таким образом. И ее углубляют для того, чтобы сделать ружье еще более складным. Можно и так. Для этого меняем цевье, делаем глубокую проточку, срезаем вот, вот эту вот часть пистол гриппа, вот так вот, чтобы она не мешалась. И в результате добиваемся того, что ружье складывается и, собственно говоря, ствол в сложенном состоянии доходит уже до приклада. Ну, то есть компактность в этом случае оружия весьма повышается. И для этой же самой компактности спусковую скобу, вот, вот этот вот выступ, также обрезают, ну, делают его таким более круглым, да. И таким образом компактность, транспортабельность этого оружия повышается, ну, более того, чем оно есть на самом деле вот сейчас. Но, посмотрев на то, какое оно есть, я прихожу к выводу, что, ну, не знаю, можно пилить, не можно, не знаю. Вопрос остается открытым. Вот я думаю, если у вас есть ценные мысли, и неценные тоже, по этому вопросу, в этом в комментариях, пожалуйста, напишите. Надо сюда делать дерево? Не надо. Или оставить все как есть. Можно еще, знаете, что сделать? Вот здесь поставить петлю на заднюю антапу, которая будет цеплять на себя ствол и не даст вот пружинить его на скобе. Ствол коротыш, 110 мм, 76-й патроник, уже говорил. И из прицельных приспособлений здесь у нас что-то попало. Здесь у нас вот такая вот мушечка на дульном срезе и непонятное, ну, как для меня, вот такое вот утолщение. Зачем это сделано, я не знаю. Ну, наверное, для того, чтобы придать стволу более толстый матчевый профиль. Шутка. И на колодочке вот здесь у нас вот такой вот пропил. Совмещая пропил с мушкой, соответственно, получаем прицельную линию для этого ружья. Довольно-таки необычное решение, но повскидывав, я пришел к выводу, что таки да, имеет право на жизнь, и оперировать с такими прицельными приспособлениями довольно-таки удобно. Колодочка здесь у нас вот такого вот белого металла, название модели Safari T, гравировка, какой-то орел, да? И, собственно, обработка, финиш этой самой колодки, ну, такой под вопросом. Здесь такой легкий сатин, не знаю, то ли сделали умышленно, то ли так получилось, как побочный эффект, но тем не менее есть. Что это за металл? Сайт производителя, к сожалению, на сегодняшний день умалчивает. Поэтому давайте отрисуем этот вопрос непосредственно в компанию Safari. Пускай нам пишут, что это за материал. И еще бы неплохо было бы написать, из какого металла сделан ствол и по какой технологии. Здесь, кстати, цилиндр. Ну, что и понятно для такого короткого ружья. По органам управления. Модель курковая. Соответственно, есть еще и бескурковая.
Взведение курка чрезвычайно тугое. Ну, не знаю, очень. То есть для оперирования без перчаток это существенный минус, потому как вот большой палец натирает моментально. Без курковой модели, ну, вернее, с внутренним курком, соответственно, этой детали нету. И ружье взводится при закрывании блока стволов. Для открывания существует вот эта вот скоба спусковая, которая мы ее сдвигаем немного назад, ну и таким образом перелавливаем ружье пополам. В модели без курковой здесь есть специальный рычаг для переломки. Спусковая скоба, ну, довольно-таки жестко. Ну, вот этот вот узел, если мы сюда посмотрим, ну, вот так это все выглядит. Походненько немножко так. Могли бы и лучше сделать, да, но тем не менее. Нет, не втулочки, ничего, просто закручен винт и здесь вот пропил, который дает вот, соответственно, такой люфт. Ну и если говорить уже о багах ружья, то здесь их довольно-таки много. Ну, как это, да? Дешевая рыбка, ну, такая самая юшка. Ну, например, вот на осевом винте, если мы посмотрим, здесь вот, ну, такой вот баг. То ли болгаркой кто-то зацепил, то ли напильником неаккуратно. Ну, тем не менее, мелочь, неприятно. Или, например, вот если мы посмотрим пропил, по которому ходит курок. Ну, вот видим, да? Тоже неприятность. Но я думаю, что все это мелочи, причем мелочи, которым, наверное, не стоит придавать значение, потому как цена ружья с лихвой компенсирует все эти мелкие недочеты. Или не компенсирует. Решать в любом случае это вам. Передняя и задняя антапка. Опять-таки для установки ремня. Тоже очень здорово то, что есть в комплекте. Причем это металл, а не какой-то пластик, отлитый заодно с остальной фурнитурой на ружье. Первое, что вот так вот бросается в ощущение, это то, что очень легкое ружье. Два там с небольшим килограмма. Соответственно, легкое, разворотистое, удобное. Здесь у нас такой полупластиковый, полурезиновый тыльник, который, ну, не знаю, но он должен решать отдачу этого легкого ружья. Дел перчатки, потому что круг взводить реально неудобно, просто рукой. Вот этот вот навык по открыванию ружья при помощи довольно-таки специфического органа управления, он, естественно, требует какого-то привыкания. Ну, в остальном все довольно-таки привычно. А, спуск. Спуск. Отдельная история. Почему? Потому что спуск довольно-таки тугой. Но в то же время без предупредительного хода. Но это, я бы сказал бы, что это ломающаяся стеклянная палочка, если бы он бы не был настолько дубовый. То есть мы только уперли палец в спусковой крючок. Небольшое усилие. Еще усилие. Срыв курка. Вот как-то так. Ну, давайте попробуем стрельнуть. У нас там мишенька зеленая. Обычный спортивный дробовой патрон. 28 грамм. Пятерка. Ну, тут метров 15-20. Ни разу не стрелял. Давайте посмотрим, что получится. Это начинающему охотнику они хотят предложить. Очень жесткая отдача. Очень. Короткий ствол, легкое ружье, дубовый тыльник дают знать. Если стрелять много, то тыльник обязательно нужно тюнить. Обязательно. Но мишень убили. Вот такую особь дало нам ружье с 20 метров. Это контейнер у нас прилетел. Особь равномерная, но смещенная влево. Не знаю, наверное, так прицелился. Не думаю, что из-за сверловки ствола там какой-то некачественный будет такой баг. В принципе, на такую дистанцию очень неплохая особь. Очень, ну, обычная, ну, ко всему прочему, контейнеровый припас. Картечный патрон, картечь девятка, снаряжена на порохе Нобель Спорт.
Посмотрим. Здесь увеличили дистанцию. Здесь порядка 30-35 метров. Сразу рука тянется. Не тут-то было. Глянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь картечин в мишени с 30 метров. Да это результат обычного дробового ружья с любой длиной ствола. По-моему, очень преемственно. Пуля Диабола производства Николая. Здесь порядка 40 метров. Давайте посмотрим, что получится. Легонькое ружьишко. Легонькое, да. Вот он, наша пулька. Куда целился, туда попал. Ну, судя по характеристикам, то есть короткий ствол, цилиндр, это ружье, собственно говоря, под пулю, наверное, будет наиболее оптимально к использованию. Вот такая вот аккуратненькая дырочка. Ну, такое получилось новое ружье от компании LaTeX Safari. Поначалу, когда я думал его покупать, у меня было тут множество вариантов по тюнингу. Я думал, сделаю это и то. Взяв в руки, постреляв, у меня такое сложилось впечатление, что оно, ну, такое архи-самодостаточное. Что здесь все на месте, что есть, то и есть, и более сюда чего не надо. Не знаю, как-то смутные сомнения меня терзают именно по дальнейшему тюнингу этого ружья. Вот если знаете что-нибудь такое, если есть идеи, напишите обязательно в комментариях.